Ну что, ребята, снова всем привет, с вами снова канал Tropical. И сегодня, ребята, у меня наконец-то наступила полноценная весна. Да, растаял снег, хоть и не везде, но вот уже есть проталины, уже повылазили солдатики. Это первые вестники весны. И получается, что сезон 2022 открыт. Вообще, на этот год у меня было очень много планов, очень много животных я хотел завести и новые виды разные. Завести-то я, конечно, заведу, но видов уже будет не так много, и мне не с кем будет делиться их самочувствием, их жизнью и вообще их условиями. То есть Ютуба могут заблокировать. ТикТок уже заблокировали, то есть я уже не могу выкладывать туда видеоролики, а Ютуб пока еще целый, но тем не менее есть риск, что его тоже заблокируют. Так что всех, кто смотрит это видео, попрошу подписаться на Яндекс.Дзен мой, там ссылочка будет в описании. И, ребята, Яндекс.Дзен я считаю единственной платформой, которая может составить конкуренцию Ютубу, и поэтому прошу всех опять же подписаться на Яндекс.Дзен. Ну давайте закончим с этой политикой, то есть отвлечемся от заблокирования и так далее. Вообще этот год я хотел бы начать с новых видов рептилий, а точнее я бы хотел завести для начала живородящих ящериц. Это не совсем новый вид, но тем не менее тоже довольно-таки интересный, в принципе, с которого началось все мое увлечение террариумистикой. Я уже купил все нужное для этого, то есть для содержания живородящих ящериц. И также у меня еще есть планы завести новые виды змей. А также мне необходимо будет разобраться с их кормлением, то есть нужно будет завести новые кормовые культуры или же дополнить старые виды. Кстати, потом я сниму видеоролик о моих новостях про кормовую культуру, то есть в ближайшее время я его сделаю. И вы увидите, в принципе, какие изменения потерпели мои кормовые животные. Ну, вообще, ребята, я очень рад, что наступила наконец-таки весна. И что, наконец, теперь будет тепло. И это определенно поднимает настроение. То есть вылезут животные, а животные это как бы все равно для меня радость. И в будущем, ребята, у меня очень большие планы на террариумы, то есть я хочу прям конкретно так заняться дизайном террариумов, то есть склеить террариум самому и заняться, в принципе, их дизайном. Вот сейчас, кстати, вы видите, что уже вылезли черные гадюки, то есть это обыкновенная гадюка, меланист. Они самые первые обычно вылезают, и, в принципе, это нормально. В том году я тоже видел именно этих рептилий первыми. Гадюки тоже определенно красивые животные, у них интересное телостроение, и в принципе они тоже мне нравятся, но заводить я их не буду из-за безопасности. Ну а пока буду тренироваться на неядовитых видах и в принципе на вообще безобидных животных. Значит, ребята, опять же попрошу вас подписаться на мой Яндекс.Дзен. Если вы досмотрели еще до этого момента, я очень надеюсь, что вы на него подпишетесь, ведь это реально единственный место, единственное, где вы сможете смотреть мои ролики и смотреть, как живут мои рептилии. Конечно, если вам это не интересно, то вы можете и не подписываться, но если вам все-таки как-то интересен мой контент, то я надеюсь, что вы подпишетесь. Сейчас, как вы видите, вылезли лесные муравьи. Вот так вот они копошатся забавно на солнышке, они еще не очень активны, но тем не менее они уже копошатся и что-то строят, вылазят греться на первом солнышке. Вот я камеру поднес поближе, и в принципе они начали более активно бегать. Ну ладно, ребята, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был канал Tropical, не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен, всем пока!